Всем привет! Сегодня седьмой день моего челленджа. Победный день. И фланкировать я сегодня буду чимбарой. Вот такой палочкой. То у нас, как всегда, сначала разминочка. Решила одеться под цвет чимбары, чтобы быть в контрасте с моим белым фоном. И другая рука. Отлично. Теперь кисть. Ой, теперь локоть. Почему я все время кистью называю локоть, не знаю. Хорошо. И другая рука. Супер. Хорошо. И другая рука теперь полностью прямая. Опять смотрю, чтобы ничего не сломать. И в другую сторону. Классно. Хорошо. Другая рука. Задеваю мой фитобол. Хорошо, супер. И теперь вот это любимое упражнение. Разминка, наше все. Супер, другая рука. Тоже такой вертолетик. Ну а теперь наша любимая связочка. Оп. Повторение мать учения. Согласны, ребята? Отлично. И другой рукой. Теперь левая. Вы наверняка знаете, что шашка, ну и чимбара, или то, чем вы фланкируете, должно быть вам по размеру, по вашему росту. Эта чимбара мне не по росту, она довольно для меня длинная. Поэтому ей не очень просто фланкировать, нужно привыкать к ее длине. Ну и гуська на ней тоже нету, поэтому это упражнение делаю медленно, чтобы не уронить чимбару и ничего не задеть. Потому что у меня этот телефон, мятик вон, фитобол на фоне. В общем, стараюсь максимально аккуратно и сконцентрированно это делать. Повторим тот элемент, который мы с вами разучили. Все-таки сегодня победный день. Так, поехали. И с прокруткой. Прокрутка и удар. Прокрутка и удар. Супер. Прокрутка и удар. Угу. Классно. Опа. Итак, друзья, мои хорошие, хочу всех поблагодарить, кто меня поддерживал. Я прошла свой собственный челлендж, ура! И теперь меня ждет платьишко. Мы с вами обязательно вместе его пойдем выбирать. Спасибо вам за реакции, за ваши комментарии. Мне очень приятно, что вы на моей стороне. Всем спасибо, всем желаю всего самого наилучшего. Муа.